Здравствуйте, забронировали телевизор Sharp диагональю 40, модель 40 FG 5342. Подключили его через HDMI к ноутбуку. Изображение показывает. Изображение достаточно четкое, без засветов на экране. Пиксели здесь не битые. Стойки нет у него, но сзади имеется крепление для кронштейна. Единственным минусом здесь то, что у него, ну как, рамка немножко отслаивается вот в этом месте, то есть отсюда и до сюда. Вот, но на работоспособность это не влияет никак. Сейчас по модели сзади. Модель. 4 входа HDMI, все работают. Вот, и сзади крепление под кронштейн. В целом, как бы, состояние у него хорошее. То есть, кроме вот этого косяка на рамке, из дефектов больше ничего нету.